и тоже не воспользовались, да и чего-то сверхопасного не создали. Но вот может быть сейчас здорово обстучались 1-0. Ух, 1-1. Прошу прощения, 1-1. Разыграли по нотам. Быстро, в пас, в стеночку. И в итоге решающий бросок наносит Давид Карапетян. Смотрим повтор вот здесь. Хорошо. Дальше у армейцев. А вот и шайба в воротах. Первая заброшенная шайба в составе команды «Красный Армия» в чемпионате МХЛ. Ну что, 1-0, «Красная Армия» выходит вперед в этом матче. Ну а мы поздравляем Фролова, действительно. Вот тут нужно цепляться за шайбу, не получилось. И сразу же атака с численным преимуществом. Опаснейший бросок. Брызгалов спасает. Навалов мог забивать. Ну, можно продолжать. И тут еще один момент. Боярков с Вареником сцепился. А это уже 4-6. И это Иван Климович. Отличным письмовым броском. Самую девятку. Паутинку просто снимает. И, ну что, оставляет снайперов неужели в игре. 8 минут. Отставание 2 шайбы. Отыграть вполне реалистично. Борьбу вроде как выиграли ярославцы, но шайбу, тем не менее, не удержали. И ответная атака русских. Видите, там борьба у входа на зону команды «Лок». И вот теперь действительно 15-я шайба и 35-е очко Максима Сапрежникова в этом сезоне. А вот и 4-я. Данил Парамонов. 4-0. Проход к воротам, передача и завершение, как он поставил на Маклазян. Маклазян очередное очко набирает свое. 28-й. Парамонов. Здесь у Данила бортика борьба. Хорошая передача вперед. Мыльников, скрытая передача, момент, 2-1. 2-1, крылья выходят вперед. Никита Мыльников, автор второго гола в составе крыльев. Снова быстро забитая шайба. Хозяевами даже 2 минут не прошло со старта второго периода. И снова крылья вырываются вперед. Вот так вот, друзья, 16-13. Ох, опасный момент, выход и бросок. И где шайба, где шайба, где шайба? Знает только Владлен Чего. Ну какой был момент, а как же так? Был риск перехвата от соперника и контратака. Потенциально с выходом 1 на 1. Ух, какой силовой прием против Журакова. Все в рамках правил. Так называемая мельница. Братья Климовичи пытаются создать разницу в 2 гола. Пока сегодня подобной не было. Вот передача. Какая красота! И это Артем Жуков. Плюс 2 для снайперов впервые сегодня. Эти парни рвутся в плей-ин, и вполне возможно именно сегодня об этом уже точно можно будет сказать. Артем Жуков, третий балл сегодня и первый гол в этой игре.